Мэр Магадана Юрий Гришан провел прием граждан в формате видеоконференции. Одной из тем стала детская площадка. Магаданец обратился к градоначальнику с просьбой объяснить, кто должен заниматься содержанием. Молодой человек просил помощи у управляющей компании, но ответа не получил. Юрий Гришан отметил, что в следующем году площадки будут в муниципальном задании. Обещание я уже дал, что значит, в следующий год я не буду больше проводить торги. Это все будет в муниципальном задании КЗХ. Дополнительно два экипажа, которые будут ездить и убирать все наши 360 детских площадок. Но вот молодой человек почувствовал, что он готов, как бы, может быть, впервые в городе сделать организационное собрание, чтобы люди приняли эту площадку в состав общего имущества и платить управляющей компании за содержание своего собственного имущества. Это самый лучший и самый эффективный путь. Таким образом, площадка будет принадлежать самим жильцам, а при необходимости мэрия проведет капитальный ремонт. Еще один вопрос жители задали о работе фонда капитального ремонта. На улице Приморской из-за реконструкции уличной дорожной сети двери здания опустились. Юрий Гришан ответил, что проблему нужно решать совместно с департаментом САТЭК.